В этом уроке мы расскажем тебе о трех приемах работы с консилером, которые пригодятся каждой. Этот продукт хорош не только, чтобы маскировать покраснение. Нанеси немного консилера во внутренние уголки глаз, вокруг носа и на зоны вокруг уголков губ для эффекта подсвеченного, открытого лица. Когда ты маскируешь темные круги под глазами, не наноси средства на весь проблемный участок, иначе консилер соберется в морщинках и создаст неприятный, тяжелый эффект. Вместо этого нанеси средство в форме полукруга на самые глубокие участки под глазами и растушуй с помощью спонжа. Нанеси средство на переносицу, между бровями, на подбородок и вдоль линии скул. Так ты подчеркнешь черты лица и создашь мягкий графический эффект контурирования –